Здравствуйте, здоровечка вам крепкого. Печо, печо! Саня купил картишки такие. Мартишки. Так, друзья, такие редкие часики. Это от кинофотопулемета. Истребительского самолета учебный. Истребительский учебный самолет. Не рабочие, но все равно это очень нечастые часики. 49-й год. Лицем мне пугает. Ёбаного. Два месяца прошел. Бля. Так, а что? И малета принес. Кто пугает? Десятку я продал за 1000, говорит, за 2 продал. Ну, короче, вот гидер. Ну, а что за старик? Первый что, слева? А? Первый слева? Да, вот такой костюм. Ну, вон там был. Так он стоит или... А, справа, справа. А, не стоит. Не стоит. Так а что он хотел, чтобы ему деньги вернул? Да. А почему? А монета, причина? А причина какая? Ментами пугает. Не то монета. Как? Не то ты. Ну ты уже, да. Да, нумизмат добро дал тебе, забрал. А как? А при чем я, блин? Что у вас новенького? Да. А где он вообще? Я тоже тут? Друга позвал. Он здесь? Этот чувак. Позовите его. Он там. Здесь стой. Да, давайте. Я планирую, сейчас меня как дождь. Сейчас если будет такой дождь, я не дойду, значит не пойду. Пока, да, сейчас. Я нам брать. Сейчас под видео вот его. Ну где-то перехлестнем, все равно. Дочь херячка. Гремить! Залистывай! Обалдеть! Соня мио! О! Давай, Саня, давай! Другие будут, плачу! Будут другие смотреть и завидовать! И скажут, нет, скажут, вот так вот, да? А чё так дорого, Юр? Потому что они мне зашли, блядь, 2-3. Видишь, а когда нужно... 230 гривен. А когда нужно, я тебя выручал, да? А ты мне тулишь. Ну, сколько тебе уступить, ладно, давай, блядь. А ты мне тулишь. Дай хоть, хоть 20 рублей, так, блядь, забери, блядь, за 2,50. Ты что? Не, ну я, блядь, дешевле не отдал. Не, я понял. Я себе тогда, блядь, оставил. Я, в общем, для себя брал. Хорошие часики, но... Так, друзья. Провожаем Сашу в метрополитен. Саня, желаю там тебе... Не там не путь, блядь. Удачи. Надо маску ровненько. Ровненько. И волосы у тебя, смотри. Вообще расти. Кудрявые. Ладненько, помчал я, бродяга. Да. Утром напиши мне в 4. Да. Так, ребята. Дождик. Дождик льется. Капает. Уже мокренький я такой. Возбужденный. Сейчас в 4 утра выезжаю на море, немножко отдохну. Меня не будет 5 дней. Ждите видосов, будут раскопки, будет какая-то барахолка. Вот, так что в 4 часа, в 5 выезжаю. Ну, сегодня что? Такая барахолка. Купили несколько предметов, и на том спасибо. Выставил на аукцион уже товар на 100 тысяч. Потом вам тоже покажу. Так, какие вопросы? Вопросы. Ага, вот интересный момент. Значит, чувак на базаре
купил монеты и оказалась херня, фуфло. Вот понимаете, говоришь, я говорю, вот сколько вы нумизматикой занимаетесь? 2 года. Зачем вы покупаете редкие монеты, которые вы не знаете? По 2000, по 3000. Для чего? Сами себя... О, Хари Кришна. Сами себя загоняете. Есть номер? Напишите. Вот у меня паренечек берет у меня консультации там раз в 2 недели, перечисляет мне там по 200 гривен. В чем-то я, конечно же, далеко во многом не разбираюсь, но во многом я разбираюсь. Ну вот как-то так. Понакупал монет, раз купил фуфло, второй раз купил фуфло. Я ему задаю вопрос, вот зачем вы себя загоняете в долги? Я коллекционер. Но я говорю, я вам не верю, потому что вы обманываете. Купил, сразу перепродал. И я говорю, ну вот вы же их только купили, и говорите, я коллекционер, вы же их сразу продаете. Вот я перекупщик, я не стесняюсь, а вы завуалированно говорите, что вы коллекционер. Зачем? Вчера продал тоже 2 предмета, позавчера 4 предмета. Ну, в общем, потихонечку, слава богу, движется. Сегодня буду выдвигаться. Даже не покупаюсь, подышу воздухом, отдохну, разгружусь, потому что сутками работа. Вчера, кстати, начал писать тоже интересную песенку. Друзья, вчера снял ролик и предложил блогерам зайти в сообщество YouTube. И опять тишина. Написало 2 человека мне, и все. Вот, пожалуйста, вот результаты. Люди не хотят работать. Потом вы говорите, что я не развиваюсь. Ну, вы в смысле. Я не понимаю. У вас канал 3000, 5000, 10 тысяч. И вы не хотите развиваться. Бесплатно. Я ваши ролики размещаю в YouTube, в сообществе. Вы мои. И вы этого делать не хотите. Вот, пожалуйста, вот отсюда. Потом люди говорят, один успешный, другой не успешный. Да мне, у меня и так все хорошо. Ну, не хотите, значит, работать дальше, продолжайте заниматься фигней, которой вы занимаетесь. Как было у вас по 50 просмотров или накрутка, так она и есть. Все, Санта-Лючия. Оса, пошла массовочка! Ах ты моя хохлушечка! Ребятулики, готовлюсь на моря, купил новую футболочку. Смотрите, какие купил себе штаники моднявые. Мерседес. Мерседес, да, Мерседес. Серые. Сейчас покажу вам, что я продал за эту неделю. Жорик в шоке. Жорик в шоке! Дэнди идет на охоту. Так, мои дорогие, смотрим, что у нас продано. Вчера я продал вот такую, как правильно ее назвать, шкатулочка. Так, что у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 лотов. За них еще не оплатили. 14, 15 карты проданы. 15 нож зоновский. 16, 17 предметов. Только что женщина заказала, оплатила нумизматическую линейку. 16, 17... 17 средства, я не помню, показывал, наверное, показывал. 17 и что-то еще, каких-то 2 предмета. Эти кисточки я продал еще. В принципе, неплохо. Это за несколько дней. Вот такая массовочка. Ребята, еще раз вам повторяю. Вот смотрите, кнопочка сообщества. Здесь можно размещаться нам с вами.